Так, попробуем. Ну что мне выпадет? Рарная штука. У меня такая есть вроде, нет? Давай еще. Еще открываем. Бам. Вау, что это? Что это такое? Легендарная. Это какая-то черная дыра или что? Просто растоптал атомную станцию. Вот так еще и покружился. Огонь, взрывы, но мне все нипочем. Я огроменный гигант, пожиратель, уничтожитель Call Games. Это снова симулятор пожирателя в Roblox, и с вами я, Паша Толстячок, Cool Games. Я открыл новую локацию, это уже третья локация, Downtown, посмотрите, вот такой вот город, и сегодня, конечно же, я, как обычно, его съем. Куки! Ам-ням-ням! Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, усаживайтесь поудобнее и погнали просто все есть. Какие у меня там способности, нужно вспомнить, это быстрый бег. Быстрый бег, чтобы найти яблочки. Я уже начал тут есть понемножечку. Так, яблоки хорошо заходят. Очень вкусно. Ой, как вкусненько. Так нельзя откусить. Но, опачки, а уже мусорки пошли. Но это не сказал бы, что вкусно на самом деле. Но нормально, пойдет. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Я быстро вырастаю уже. А че так я быстро расту? Меня это радует на самом деле. Полиция. Вот не знаю, нужно ли трогать полицию. Полиция, полиция. Сдавайся. Так, что мне там нужно вспомнить? Суперспособности. Все. О-о-о-о-о, тише, полегче, полегче. Землю не бей. Фух, хорошо, что у меня глаза большие. Отжался на глазах сразу. А, я застрял, я застрял. В дереве. Вот с этого момента попал, друг. Как мне отсюда? Вот. Не, это я, получается, своей способностью уложил деревья эти? Не, в натуре класс. А, у меня же есть еще другая способность. Проверка. Давай. Бу, ничего. А деревья выжили, но они слишком крутые еще для меня. А нет, смотри, уложил, уложил. Хорошо. Там сверху вообще какие-то монстры ходят. Ладно, мне нужно есть, мне нужно продолжать. Да почему я еще полицию не могу съесть? Это какой-то бред. Мне нужно поставить, кстати, новую способность. Вот. Вот эту способность я поставлю вот сюда. Мне сейчас она больше нужна. Бег мы поставим в конце, когда я уже подрасту. Ну что? Бу, вот и вся полиция. Сложили эту тачку. Это ядерный взрыв. Мне нужна такая способность. Так, вырубаем здесь все. Да ладно, я деревья, смотрите. Это и же я положил, я. Так, так, так. Вот, давай домики попробуем уложить своим лазером. Ну-ка. Нет, чувак, ты чего? Не надо так. Ладно, в принципе, я бы все положил здесь. Я проверил. Теперь вырубаем вот это. Как тебя окружить? Мне нужна ядерная бомба. Мне она нужна, ребят. Опа, все, деревья пошли. Деревья пошли. Хорошо, я хочу побыстрее вырасти. Я не хочу быть маленьким. Я хочу быть большим. А не пойти к бабам, сударь? Я хочу просто эти небоскребы пожирать одной рукой. И все-таки это пожиратель. Симулятор пожиратель, я пожиратель. Что вы о себе возомнили? Давай, лазер, проверка. Вот туда прицел. Так, 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 так. Нужно, нужно больше есть. Нужно больше есть. Кстати, я смогу вообще перейти здесь? Опачки, смотрите. Кстати, а мост, может, можно поломать? Ты что, с ума сошел? Смотри, а че их столько гигантов здесь? Так, небоскребы. А у этого, смотри, какая-то татуха. Ты что, прыгаешь на меня? Это мой подписчик? У него какая-то бомба нарисована. Или что? Что за рюкзак? И у него кот сзади. Это Хитман какой-то, не знаю кто. Мне нужно есть. Я не должен отвлекаться на чуваков. Ну, это мой подписчик, на самом деле. Можно и отвлечься. Так, ку... Что ты делаешь? Остановитесь! А вон там бомба. Что за... Подожди, это что за значок? Это кто-то рванул? Или что? Подожди, это что-то... Это атомная станция? Серьезно? Да, серьезно. Ты не верил. Сейчас я втащу, попробую. Ну-ка. Бам! А что-то она такая крепкая. Давай еще. Бам-бам-бам-бам. Это атомная станция, но она не ломается. А лазер? Ну? Нет, она очень крепкая. Это не могу еще есть, нет. Опа. Опа, новый уровень. Я хоть начну дома, может, есть уже, а? Да, о, пошло, пошло. Во, вот залетает хорошо. Вот эти дома, конечно, еще рановато мне кушать. Ну, давай сейчас мы проверим на домах вот это. Опа, уложил этот домик. Так, что мы можем купить? Мы, может, купим сейчас что-нибудь в магазине? Новую какую-нибудь способность, а? Попробуем. Гениально. Ну, вот эти деревья еще пока не могу, но мы их вот так сделаем. Вот так. Смотрите, я лесник настоящий. Досок сколько насобирал. Смотрите, ну-ка, что теперь? Меряем воду. Сколько глубина? О, что, по колено, уже по колено. Нормально, растем. Это будет для меня такая мерка. Будем сюда приходить мериться, сколько я подрос. Хорошо, вот эти дома, когда? Я знаю, когда, сейчас. Заряд пошел, да. Просто уничтожил все. И
чувак за мной ходит. Это опасно, чувак, я его уже не первый раз вижу. Опять еще одна станция атомная. О, рвануло, станция атомная рванула, ничего себе. Я тоже так хочу. Ну что, наверное, самое время залететь в магаз, ребят. Вот здесь мне нужно купить. За 10 тысяч можно сундук купить. У меня, опа, опа, опачки. Давайте я куплю, наверное, еще. Покупаю 600 гемов за 100 баксов. Все, окей, окей. И теперь мы откроем сундучок. У меня 800 есть этих гемов. Нажимаем открыть. Гарантируем новый скилл. Плюс 200 гемов. Потратим? Нет, давай так попробуем. Ну что мне выпадет? Рарная штука. У меня такая есть вроде, нет? Давай еще. Еще открываем. Бам. Воу, что это? Что это такое? Легендарная! Это какая-то черная дыра или что? Ребята, быстрее ставить эту штуку. Вот она. А, давай на первое место ее. Итак, ребятки, сейчас мы протестируем мой новый скилл. Я не знаю, что это, но это очень страшная и опасная. И это легендарная штука. Нажимаю буквочку Q. Давай. Что? Что это делаешь? Смотри, что? Что оно сделало? Просто все тут уничтожило. Да-да, не удивляйтесь. Жесть. Вот так, я хочу уже... Опа, новый уровень. Возможно, я смогу деревья эти есть. Нет, конечно. Ну что? О, дома, здания пошли. Все, закидываем в топочку. И скоро я разберусь с тобой, атомная станция. Ну что, ребята, давай проверим новый скилл на атомной станции. Что, уничтожил? Да ладно, я уничтожил атомную станцию. Оно, кстати, не взрывается, а просто пропадает. Пустое место. Эй, прикольно, но я бы хотел лучше взорвать. А, чтобы взорвать, наверное, нужно растоптать. Нужно стать вообще огромным-огромным. Ладно, мы придем еще сюда. Вот это здоровенное здание, давай проверим. Ну-ка. А ну, да ему без разницы. Оно все забирает себя. Просто все, смотрите, поле пустое. А недавно здесь были здания, ребята. Как такое возможно? Чуваки, вы видели? Вы видели хоть? Все тусуются на той стороне. Они думают, что это за монстр. Мы лучше не пойдем через мост, потому что мало ли он и нас уничтожит. Все правильно. Ладно, я нажму еще разочек. Пау! Просто все пропадает. Даня, ты что не пропала? Значит, в топку сюда. Ням-ням-ням. Да, а там солнце. Солнце съем потом когда-нибудь. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. Смотри, они смотрят. Эй, ты что в меня? Ты куда мне попал? Жопа горит! Жопа! Подушите мою жопу! Пам-пам-пам. О, все, я взорвал, я взорвал! Я взорвал атомную станцию. Смотрите, все горит, а я не боюсь огня. О, давай проверим. Давай теперь проверим, проверим, проверим. Ну-ка, ну-ка, смотрим теперь. О, что, по щиколотку? Нормально. А теперь мы кое-что используем. Пау, все ресурсы сразу залетают просто. Вот это сбор ресурсов. Ну я гигант, ребят. Ну реально же гигант. Такому гиганту... Здорово, чувак! Нужно поставить гигантский лайк. Но когда ресурсов залетает мало, я нажимаю вот эту кнопку и просто все, все сюда. Ну-ка, давай, атомная станция. Просто растоптал атомную станцию! Вот так еще и покружился. Огонь, взрывы, но мне все нипочем. Я огроменный гигант, пожиратель, уничтожитель Call Games. Здорово всем и всем пока. Я забрал ваши ресурсы. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, врубаем еще вот эту штуку. Мне нужны небоскребы. Я хочу есть небоскребы. А это кто такой стоит? Нормально все? Лазер, лазер. Давай шмальнем вон туда. Три небоскреба уничтожил. Да, уничтожил. И теперь вот это вот все я тоже уничтожу. Смотрите. Вау, да сколько ресурсов. Я просто в шоке. Ладно, ребят, смотрите. Я скоро начну есть небоскребы вот эти. Мне нужно посмотреть, сколько ресурсов, каких мне нужно для новой локации. Смотрим. Пляж. Будет пляж. У меня 2500 листьев. Подожди, 400 воды у меня только не хватает и все? Или что? Подожди, подожди, сейчас мы посмотрим. Да, мне нужно чуть-чуть воды только и все. Ничего себе. Так я сейчас это озеро выпью или что тут? Речку. Вы что, с ума сошли, что ли? Мне здесь нужно что? Набрать воды и начать есть небоскребы. И тогда миссия выполнена. Но самая крутая миссия выполнена, это вот эта штука, ребята. Я с ней вообще быстро буду все уничтожать. Это такой быстрый сбор ресурсов. Чуваки, наверное, стоят и завидуют. Думают, да где нам такое найти бы. Ну-ка, давай, давай, давай. Что там у нас по воде? Сейчас проверим, нужно больше ходить, кушать. Вот, я хочу тоже закидывать вот так вот небоскребы себе в рот, как этот чувак делает. Но если я не закидываю, то я нажимаю просто кнопочки. Вот такие. И столько ресурсов сразу. Жесть. Ладно, еще вот это мы сделаем. Все, ну что, смотрим. 385 воды, остается 15 водички найти. Все, и все. Но я еще хочу есть небоскребы. Пожалуйста, съешьте. Нет, да, съел, я съел. Я съел небоскреб. Да, ребята, я просто съедаю эти небоскребы. Умеете?
помогете просто. Да, я настоящий пожиратель-уничтожитель. Ух, а теперь нашу волшебную силу. Пу! И просто мега куча сразу ресурсов я забрал. И по идее мне должно хватить. По идее, чуть-чуть воды нужно. Чуть-чуть воды. Все, вот это последнее. Последний удар. Ну же, где вода? Где вода? Вот это я улетел. Я стал больше, чем кто, наверное, здесь, да? Я вообще быстро вырос. Смотри, чувак, я тебя обогнал. Это только кажется невероятным. Вот здесь речка есть, но я не могу оттуда взять воды. Это специально подстроено или что? Ладно, я сейчас... О, нашел, неужели три воды было только что? Все, чувак, прости, я тебя там лазером поджарил. Все, по идее, мне должно хватить. Где наши карты? Телепорт. Подожди, куда я... Это же... Куда я перешел? Это же даунтаун. Я сейчас маленьким буду, да? А, нет, все нормально, я большой. Вот, ребята, пляж разблокировать. Ну что, давай залетим одним глазком глянем. Так, ребятки, я на пляжике. О, домики, хорошо, мячики кокосовые. О, я уже сразу выпил, типа, ну выпил, съел. Что? И здесь будет вулкан, корабли, и это все мне предстоит сожрать, потому что это симулятор пожирателя в Roblox. Ну что, ребят, наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Что тут падает? Это новый скилл у кого-то есть? Теперь я хочу такой еще и скилл. Все, ребят, надо наконец-то уже заканчивать это видео. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока. Кстати, я толстым не стал. Во. Пока-пока, все.